Доброго времени суток, YouTube, уважаемые подписчики моего канала, подписчики канала Лаборатории физиологического обеспечения. Обращаю еще раз внимание, буквально несколько предыдущих видео назад я об этом говорил, и хотел бы еще раз сконцентрировать внимание на этой удивительной функции. Обратите внимание, на данный момент подписчиков канала более 12 тысяч. 12 тысяч, если быть точным, 655, если мне память не изменяет. И буквально недавно я обратил внимание, это не на всех каналах такое происходит. Я так предполагаю, что эта функция появляется автоматически на канале, если у вас более 10 тысяч подписчиков. Я могу ошибаться, но где-то вот в этом пределе. На простом канале, вот есть у меня другой еще аккаунт Google, соответственно, там нету стольких подписчиков, и, соответственно, вот этой вкладочки нет. А именно вкладочка «Сообщество». При 10 тысячах и более подписчиков она, эта вкладочка, появляется. Это очень-очень интересная вкладочка. Она мне очень-очень сильно понравилась. И я хотел бы, чтобы вы заходили сюда почаще. Обратите внимание, я сейчас вот перешел с видео. Вот это видео, размещенное на канале. Количество подписчиков, просмотров по видео и, соответственно, вкладочка «Сообщество». Прошу вас, это очень интересно, прошу вас заходить на эту вкладку. Здесь у нас уже некоторое время назад идут очень, на мой взгляд, интересные голосования. Буквально, обратите внимание, существует ли коронавирус? Да, нет. О Чернышевском и Достоевском, об эвтаназии в России. Вот 9 голосов зашли, человек проголосовали. Ну и так далее. Обратите внимание, что не на каждом канале это существует. На нашем канале это автоматически появилось. Мне это нравится. И это мне нравится даже в некотором смысле больше, нежели записывать видео. Как это ни странно звучит. Здесь новый способ выражения своих каких-то мыслей, идей по психологическому, психофизиологическому направлению. В общем, этого надо достичь, уважаемые видеослушатели. Появилось, что вы много подписчиков на канале. И это появляется уникальная, удивительная возможность. Я еще раз обращаю ваше внимание, ребят, 12 тысяч человек подписчиков, заходите, пожалуйста, и голосуйте. Тут очень интересно уже сейчас, а будет еще интересней. Предлагайте свои какие-то опросы, тут можно самое главное достоинство создавать опросы, задавать какие-то вопросы и получать на них ответы не только от меня, но и от других людей. То есть это получается целая социальная сеть. И это, на мой взгляд, очень интересно. О медицине, о том, как люди живут, к чему стремятся, о текущих событиях в лаборатории и так далее. Вот эта вкладка «Сообщество», она, на мой взгляд, очень интересна. Даже вот это мой рассказ о счастье, о медиках и медицине как таковой, о фильме, об Эле, об Конанове и так далее. Последнее, что появилось, это несколько голосовалок. Ну вот, еще раз повторюсь, в частности о ковиде, эвтаназии. Очень животрепещущем и важном вопросе на данный момент в России. Эвтаназия в России.
Ваше отношение для меня крайне важно. Какие видео вы хотели бы видеть? Социально-психологические или исключительно психологические? Зайдите, проголосуйте. В зависимости от вашего желания, видео, голосовалки, тексты, мысли и будут появляться на канале. Не требует это никаких вложений, денег, ничего. Надо только зайти на канал, перейти со вкладочки видео на канал сообщества и пробежаться вот по этим голосовалкам. Для понимания, вашего понимания, моего понимания того, куда дальше двигаться этому сервису, никак не связанному с, даже, может быть, с психофизиологией и так далее, а в большей степени с социальными вещами, происходящими вокруг меня, вокруг вас, в нашем обществе, в нашей политике, экономике, медицине и других каких-то вопросах. Вкладка сообщества. Еще раз обращаю внимание. Вкладка видео, вкладка сообщества. Не менее важная и значимая, по крайней мере, для меня, и я надеюсь, и для вас, уважаемые подписчики. Заходите, без вас мне не справиться с пониманием того, куда мне двигаться, что вам рассказывать, показывать, что вам будет интересно, куда бы вы хотели заходить и какую информацию получать по тем или иным вопросам психологии, социологии, экономики, политики. Ну, она неразрывно тоже связана с психологией и так далее. Все эти вещи тесно переплетены с человеческим фактором, экономические, политические вещи, с культурой нашего общества, медициной Российской Федерации и так далее. Акцентирую ваше внимание на этой вкладочке. Прошу вас, умоляю, заходите, определите меня и себя в том, что вы хотели бы узнать нового, чтобы почерпнуть для себя какие-то новые, совершенно новые знания, грани бытия, действительности. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!